Стоять! Подошла сюда быстро! А, Райм, привет! Привет! Нет времени объяснять! Хочешь плод Хоруса? Конечно! У тебя все равно нет выбора, я уже здесь! Чтобы получить плод Хоруса, сейчас же сними со мной видео! Быстрее! Райм, мы вообще-то здесь и так, чтобы снять совместное видео! Ты че? Отлично, тогда я тебе не буду давать плод Хоруса! И какие приключения нас ждут сегодня? Майнкрафт, но барьер сужается каждую секунду! Сегодня мне и Райму предстоит попробовать пройти Майнкрафт таким способом. Получится ли у нас? Кто знает. Да, смотрю и ролик до конца, он реально получился очень смешным. Прям очень смешным. Кстати, мы все ближе и ближе к отметке 2 миллионов подписчиков, а на 2 миллиона у меня клип и новая песенка. Все уже практически сделано. Остается лишь ждать 2 миллионов. Приятного просмотра. Рай, барьер начал уже сужаться, нам нужно что-то делать. Нам нужно найти укрытие, добыть еды и куча всего. Пшеницу, быстрее собирай пшеницу. О, пшеница почти на самом краю барьера, ну, почти. Кстати, тут есть коровы, мы можем их задубасить и получить кожаную броню, что думаешь? Тараканы, всегда мечтал уничтожить тараканов. Как давно ты не выживал, сперва нужен меч. А, точно, сейчас сделаем из земли. Очень давно не выживал. Юни, я сделал! Сделал что? Да, земляной меч, вот, держи. Это же назаритовый... Нет, земляной меч. Ну да. Что? Из земли? Да. Я чего-то не знаю в Майнкрафте. Да, это мой секретный рецепт, так теперь давай сюда, я пойду дубасить тараканов. Хорошо, давай. А броня делается так же? Нет, ты что, глупенькая, броня делается из кожи. Совсем не умеет играть в Майнкрафт. Райм, подожди, подожди. Я нашла спавнер мобов. О, как? Серьезно, прям в деревне, в центре. Нам это очень пригодится, возможно, там есть сундуки. Да, там есть сундуки, я видел, смотри. Чё? Вот, смотри, прям под домом. Да, я не видел. Так, ты меня защищай, а я, давай, я в сундуке лезу. О, хлеб, золотое яблоко, отлично. О, здесь тоже, давай, бери все быстрее. Бирка есть, замечательно. Что мы с ней сделаем? Не знаю, можем назвать какого-нибудь питомца. Например, голема. Кстати, насчет голема, давай его убьем. Давай, мы очень добрые. Ладно, я пока добываю дерево, пам-пам-пам. Голем, иди сюда, сейчас я тебя зафигачу. А я пока делаю инструменты. Получай, получай, получай. Блин, земляной меч очень сильный. Да, это же странно. Опа, 3 железа, так мало. Ну, хоть что-то. Уже наступает ночь, нам нужно поспать. Да, надеюсь, здесь есть кровати. Вставай, вставай, я хочу спать. У нас тут вечеринка с бассейном. Опа, тут за 22 морковки продают изумруд. А за изумруд мы можем купить... каменную мотыгу. Так, нам нужна морковка. Хорошо. Слушай, а мы ничего не потеряем, если будем развиваться только в центре? Может быть, у края, так сказать, барьера есть что-то полезное? Возможно. Юни, плохие новости. Край барьера уже приближается к деревне. Да я вижу. А, эту корову надо срочно спасать. А что будет, когда он схлопнется? То мы вместе с ним схлопнемся, скорее всего. Поэтому нужно пройти Майнкрафт как можно быстрее. Так, ладно, так, вижу коров. Может быть, нам стоит пойти уже в шахту? Да, давай, я уже спускаюсь. Так, я пока что подобываю немножечко еды. Нашла железка, пам-пам-пам. Отлично, так, кажется, зомби из той пещеры бегут либо к тебе, либо ко мне. Ну, я в шахте, и тут никого нет. Бу! Держи. А, ладно, ты не испугался. Нет, работай. А поставь, пожалуйста, верстак, нам нужно хлеб сделать. Тебе есть камень, дай мне, мы пережарим сейчас мясо, и у нас будет очень-очень много еды. Хватит? Нет, я же говорю, ты вообще вот сама уже забыла, как играть в Майнкрафт. Да не забыла, я сейчас на печку, во, держи, держи. А можешь отложить земляной меч на, ненадолго? Да, конечно, он же легко крафтится, держи. Интересно, как он крафтится? Ты никогда этого не узнаешь. А сколько у тебя уже кожи? 8 штук, кстати. О! Могу сделать ногишки. А у меня 10 кожи. Нормально я так поторговалась с коровами. Ай-ай-ай, меня подожгли! Кто? Зомби? Ой, спасибо! Что? Зомби!
А, они сдохли. Мне бы не помешало еще немножечко железка. О, держи, у меня есть 3 штуки. Тебе нужна еда? Нет, у меня 36 хлеба. А тебе нужна еда? Нет, у меня 12 хлеба, 1 стейк и 1 свинина 3. Уф. Кстати, саженцы нам пригодятся. Точно, если мы останемся с тобой на одном блоке, нам обязательно нужны саженцы и земля, и земля. А давай сделаем с тобой ведро и отправимся в шахту и пойдем уже в ад. Ведро? Подожди, 3 железа, они вот как раз таки переплавились. Это хорошая идея, потому что потом мы, возможно, не сможем найти лаву. Ой, у меня было ведро. А откуда? Ну, ладно. Пойдем. Ну, зато у меня ведрами намного легче. Да блин! Факела у нас есть, опа. Я придумала шутку про эндермена. Давай. Идет как-то эндермен по лесу, видит воду и сгорел. Ил-ю-ни. Нет! Какой кил-ю-ни? Ладно, ладно, все, не буду. Но ты заслуживаешь смерти после такой. Чё? За что? Я не отдам тебе земляную кирку, понятно? Эй, верни! О, смотри! Прыгаем! О-о-о! Такой красивый прыжок испортил! Подожди, может, мы что-то пропустили здесь? Да нет, вроде. Да это уже не важно! А куда плывем-то? За лавой! За тобой бежит крипер, бум-бум. Так она... он... просто ему песня понравилась. Смотри, это же заброшенные шахты! Кстати, возможно, тут будут алмазы. Нет, тут будут заброшенные криперы. Почему все инструменты у тебя? На, защищай. На, добывай. Эй, ну не... а, спасибо. А это? О, вот это уже лучше. Обновка только сейчас. Ну да. А как же те 3 железа? Сундук! О, мы чуть не потеряли сундук. Смотри, как близко барьер. Ты железо пропустила, важное очень. Добывай, добывай, я тоже видела тут железка. Рай, тут эндермен, нам надо его зафигачить. А, помоги! А, зомби! Что-то произошло. Сзади! Ты думал, я шучу? Я вообще не думал. Нечего. Где он? Слушай, он тут был рядом. Бей! Блин, если я его ударю, он меня убьет. Ладно. А, Юни! А? Вот там, где я заспавнился, уже прям около двери барьер. Я еле протиснулся. Прям у дома? Да. Блин, теперь я попробую. Давай. О, блок земли, то, что надо. Нет! Кстати, я дебил. Да. Мы могли бы сделать ферму, и чтобы животные ели траву, мы бы могли поставить этот блок, и мы бы выжили, а так мы умрем. Да. И все из-за тебя. Ну, как сказать. Юни, нам нужен уже портал в ад. Да, погнали в лаву. Рань, кстати, я научилась делать портал одним ведром. Как? Я даже двумя не могу. Серьезно? Да. Когда я проходил спидран у себя на канале, я делал этот портал 2 часа. Ну, сейчас я тебя научу, если у меня получится. Давай. Конечно. Просто я делала это в последний раз в плоском мире, там все намного проще. Потому что там все плоское. Да, делаем вот так. Давай. Все нормально, да. Вот так. Смотри, смотри. Опа! Давай. Опа! Ну. Мастер-класс от Юди, записывайте. У нас проблемы. Портал достроен кое-как, но у нас нет гравия. И железо у нас не переплавлено, поэтому ты давай на поиски гравия, а я сделаю себе нам железо, да. Я обошел планету, неважно. Как он это сделал? Алмазы? Да, вот там, вот, правда, там очень много... Бей его, бей его! А что ж я тебя пустила на приключение без меча? Сзади алмазы. Нет! Лук! А где алмазики? Алмазики! 1? Ладно, сделаем лопату. Конечно! Алмазы, Юни, еще алмазы! Где, где? Вон они. Блин, так обидно. А, это очень обидно. Слушай, нам надо быстрее в ад, потому что иначе, когда мы вернемся, барьер уже будет за порталом. Держи. Держи. Можешь сделать себе броню получше. Юни, единственное, что я хотел тебе сказать... Я никогда не узнаю, что же он мне хочет сказать. Я убиваю его, давай! Нормально. Давай! Кто с кем торговаться-то? Нам очень не повезло, у нас тут ничего. Ладно, тогда я предлагаю тебе... Может быть, у жителей можно выторговать что-нибудь интересное? А может, с тобой можно как-то поторговаться? Ты же эндермен. Ну да, можно, но я принимаю оплату очень дорого. Сколько? 20 000 лайков, не меньше.
А как мы узнаем, что они набрали 20 тысяч лайков? Тебя вот как будто ты первый день, ну, берешь, создаешь машину времени, отправляешься в будущее, смотришь. Если набрали, значит, все нормально. Набрали. Ты не обманываешь? Нет, вот тебе алмаз в честь моей правды. Ну тогда ладно. Ну тогда ладно, держи. 64! Ты что, их высрал? Ну да. Ладно, пойдем. Нам нужно скорее бежать. Ой-ой-ой, иначе мы не успеем в Стронгхолд. Ау, я горю! Нет. Вода. Вода! Я спидранер, я все умею. Так, ладненько, сделаю себе, пожалуй, вот это вот. Давай скорее. Очень близко барьер уже. Юни, я знаю, что нам может помочь. У тебя есть железо. Да, два. Срочно! Юни, быстрее, смотри. Я сделал то, что нам нужно. Я знаю. Так. Подожди. У меня есть идея. Так, как-то. Вот. Ага, нажимай. О нет, кажется, я только сделаю все хуже, он стал ближе! Бежим! Юни, нахрена ты это сделала? Блин, я же пошутил! Я думала, барьер висит, черт! Поднимаемся вверх, давай! Что, ты слышала? Я слышу ведьму! Да, я тоже ее слышала! Давай, вперед! О, боже мой! Отойди! Я не знаю, сюда! Сюда, давай! Блин, все заперто, нам нужно только копать! Почему зомби могут проходить сквозь барьер? Юни, быстрее! Давай, ща! О, иди сюда, давай, поднимайся! Фух, все, отлично! Ух, так-то лучше! Слушай, а что такое красненькое по краям экрана? Это значит, что барьер еще ближе или чего? Да нет! Смотри, уже земля! Так, отлично, Здорово, что-то тебя долго не было! А что ты тут делаешь? Ну, вообще-то уже тебя жду! Ну, ты же был сзади меня! И что? А, гребаный эндермен, никогда их не поймешь! Юни, что нам делать? Посмотри, у нас остался один домик! Половина домика! Офигеть! Так, я бросаю око Эндера, и оно показывает, где портал. В доме! Давай-ка еще одно! Кажется, мы не пройдем в Майнкрафт. Подожди! Юни, у меня есть гениальная идея! Смотри! Опа! Так, подожди. Сейчас мы отсюда выберемся как-нибудь. Выталкиваем ее. Что-то не работает, пофиксили что ли в этой версии. Вперед! О! Нет! И что теперь делать? Юни, у меня есть отличная идея. А где ты? В раю. Юни, что там делать? Что нам делать? Всюду! Куда нам бежать? В дом! Но мы уже не можем, блин! Держи немного эндерперлов. Так, а что дальше? Кидай их куда-нибудь и умри там. Хорошая идея. Да, отлично. А, Юни, подожди. О, нет! Кажется... Нет! У нас остался почти что один блок. Что нам делать? Какие у тебя есть идеи? Есть последняя идея. Но если она не сработает, то я уже не знаю. Какая? Уверена, что хочешь ее услышать? Да, нам же нужно как-то пройти Майнкрафт. Для этого нажми кнопку Escape. Так. Кнопка пройти Майнкрафт. Да, там я нажму. Хорошо. Давай. Как ты и сказал! Да, Юни, у нас проблема! Какая? Теперь у нас нет кнопки отключиться, мы здесь навсегда! Что мы сняли, Райм? Билиберду! Но зато веселую! Кстати, Юни, наконец!